Береговая линия звучит красиво, но для Владимира Мартюшева целая беда. Его участок находится в 20 метрах от реки Малая Веземка. Приобрел его еще несколько лет назад, документы проверил. Казалось, что все в порядке, но администрация округа выявила нарушение. Начались судебные тяжбы, дом требуют снести. В ходе того же заседания, чтобы нам отстоять, и все документы были как бы более-менее правильно оформлены, потому что там нарушений было много. Вот у меня они есть готовы, просто хотел посоветоваться с адвокатом. Посоветоваться с правозащитником смог не только Владимир, но и еще около 30 жителей Одинцовского округа. На их вопросы ответили общественники, адвокаты, нотариус. Мы стараемся, ну скажем так, подбирать коллег, приглашать их для участия на абсолютно безвозмездной основе. Ну, наверное, чтобы был охват всех вопросов, начиная от гражданского, заканчивая уголовным кодексом. Такие дни бесплатной юридической помощи члены общественной палаты округа проводят регулярно не только в Одинцово, но и в других городах округа. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».